Автоледи перегородила дорогу скорой помощи. Инцидент произошел в Челябинске во дворе дома по улице Худякова. По словам очевидцев, бригада медиков спешила на вызов, и перед ними выехала иномарка. Женщина, которая находилась за рулем, не стала освобождать проезжую часть. Женщина, как говорят очевидцы, не обращала внимания на проблесковые маячки, которые обязывают ее уступить дорогу. И только после замечания других водителей автоледи все-таки дала возможность медикам проехать.